клеится на все. Она клеится даже на пальцы, если это нужно. Привет, друзья! Я сегодня начинаю рубрику роликов короткометражных, в которых буду рассказывать о том или ином материале, но быстренько, по-быстренькому, чтобы вы не успели утомиться и чтобы можно было чаще и больше снимать таких видиков. И сегодня речь пойдет о фольге для литья. Я долго ее искала, и вот она, эта фольга для литья. И не смотрите, пожалуйста, что она таких промышленных масштабов, это золотая и серебряная фольга с Алиэкспресса, которая отпечатывается очень хорошо на весь, на любой материал, на гель-лак, на гель-краску с остаточной липкостью. Это очень хорошая фольга, недорогая. На самом деле, это идея для мини-бизнеса, если хотите. А можете поделиться со своими коллегами и друзьями. Этой фольги вам хватит надолго. Ну что ж, давайте попробуем, испытаем. Она пришла вот в таких пакетиках. Она клеится на все. Она клеится даже на пальцы, если это нужно. Она такая прям вот золотая, прям сильно золотая. Может быть, кому-то такой цвет золота не нравится, но она прям сильно золотая, прям такая золотая. Два типсика я перекрыла гель-лаком черным от торговой марки Акими. Это номер 002 черный гель-лак, который ложится плотно в два слоя. Липкий слой у меня здесь есть. Я перекрою матовым топом от Cosmo Profit, который без остаточной липкости. Я перекрываю матовым топом, потому что по матовой поверхности рисовать проще. Если хотите, то можете просто снять липкий слой с поверхности гель-лака и слегка-слегка зашлифовать бафиком. Отправлю в лампу. Матовый топ красивый, ровненько высох, он без остаточной липкости, но фольга такая липкая, такая приставучая, лучше я еще раз хорошенечко ноготочек обезжирю. Краска с остаточной липкостью. Порисую просто, чтобы вам показать результат. Никаких серьезных дизайнов, отправляю в лампу. Еще один образец тоже хорошенечко протру и тоже чего-нибудь нарисую. Отправлю в лампу. Ну что, попробуем золотой отпечаток? Попробуем. Я не знаю, наверное, не видно. Кажется, что она плохо отпечаталась. На видео плохо видно. Но на самом деле она полностью отпечаталась с первого раза. Возьмем серебряную. Причем можно несколько раз по одному и тому же месту проводить, она все равно отпечатается. То, о чем я вам говорила, она даже отпечаталась на финиш, как вы видите, на матовый топ. У меня есть еще вот такая новинка с Алиэкспресса, пришла тоже не так давно. Это топ без остаточной липкости, Elite 99. В таком большом-большом формате. Здесь 15 мл. И взяла я его для того, чтобы перекрывать типсы, которые я дизайн снимаю, потому что другие топы мне жалко использовать. Но я знаю отзывы, девочки говорили и писали о том, что этот топ хороший и для клиентов. Все-таки надо было зашлифовать ноготок, а я выбрала матовый топ, но лучше все-таки зашлифовать, чтобы не отпечатывалась фольга на основной фон. Вот такие у меня получились ноготочки при помощи фольги переводной. Если вам нужна такая фольга для литья, ссылочка будет в описании. А я с вами ненадолго прощаюсь. Мы увидимся обязательно в новых видео очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!